понимаю, кварцевый песок вы привезли? Да. Да? В каком объеме, когда вы начнете? Сегодня ночью, завтра с утра начнем растаскивать. Да. В зону отдыха Рублева завезли кварцевый песок. Пляж в Микинино будет выглядеть не хуже знаменитых мальдивских, уверен Андрей Иванов. И все же главное – это безопасность и комфорт отдыхающих. Здесь мы прошли и проверили все по чек-листу. В минимальном наборе все есть. И для нас самое главное – это, конечно, парковка, с чего начинается пляж. Удобная парковка, доступная для всех посетителей. Это пост так называемой безопасности, кто следит за тем, за людьми, которые находятся в воде. И служба спасения, так называемая. Это медицинский кабинет, это зона, где можно переодеться, это душевые, где можно ополоснуться, это, конечно, туалеты, лежаки, зонтики. Тут весь тот набор, который сегодня соответствует стандартам Подмосковья по пляжным зонам. Кроме того, пляж оборудован пешеходными дорожками. Здесь предусмотрен проезд для скорой помощи. По мнению главы округа, территория заметно преобразилась за последние годы. В будущем пляж Рублева ждет реконструкция набережной. В этом проекте обязательно будут все наши пляжные зоны тоже учтены. И мы добавим сюда еще точки притяжения, такие как рестораны. Общепит будет выстроен в определенную линейку. Мы, соответственно, укрепим береговую линию, поменяем и добавим зоны для отдыха, такие как беседки, павильоны, ну и масса активностей. Состоянием пляжа Андрей Иванов остался доволен. Территория чистая, работают туалеты и душевые. Спасатели дежурят на посту, отметил руководитель муниципалитета. Зона отдыха соответствует всем новым региональным стандартам. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».